Доброй ночи, дорогие друзья. Всем привет. Ночной стрим. Не знаю, надолго, на коротко ли, без понятий. Чисто посидеть, расслабиться, отдохнуть, да, пообщаться, если кто-то придет. Либо просто порассуждать самим собой, если никто не придет. Потому что сегодня я должен был по делам сходить. Вот, вечером, поэтому стрим запустил так поздно. Наверстываем упущенное, грубо говоря. Так, привет, Рибка, привет. Как дела? Рожай контент, рожаю, просто не могу. Тужусь изо всех сил. Сейчас по ногам потечет, по усам тоже потечет, а в рот не попадет. Че, как оно? Как жизнь? Молодая, давайте в ту сторону пойдем. А, у вас там тоже пожарище, так понимаю, да? В твоих краях. Блин, соболезную отстойно. Сио есть кринж, никак иначе. Гарри, сволочь. О, Господи Иисус. Я уж и забыл, что эти зомби довольно живущие и не хотят умирать вообще нихера. Пипец. Два дня и будет дождь. Ну, недолго осталось потерпеть, получается. Недолго. Чуть-чуть буквально, я бы даже сказал. Поэтому крепись, держись и не сдавайся. Наконец-то хоть кого-то смогли добить, а? И тут же выползает следующая партия. Брысь. Дайте тогда углубимся куда-то. Но чем глубже я иду, тем больше их появляется. Что за отстой? С 18-го терпишь? Жестко, конечно. Ну, я что-то краем уха слышал, то что типа... Вся эта тема до Москвы дошла. Власти недовольны. Будут разбирательства. Что-то такое я, короче, слышал, но... Я слабо интересовался данной темой, если честно. Давайте сюда пойдем. Пить хочется персонажа, блин, а нечего. Особо я барахла всякого нашел, вот бутылок так и не откопал до сих пор. Что самое обидное. Вот это что за промах такой непонятный был сейчас с моей стороны. Зомби по-прежнему вообще нихера не убиваемы. 17-го пожар начался, 18-го пригнал в Москву. Я слышал просто... Я просто, ну, не совсем знаю, где ты живешь, да? Начнем с этого. Просто я помню, что Декс жаловался про то, что у них там как в Blade Runner фотку кидал к тому же. У них там все оранжевое. Но он-то живет далеко прям, супер далеко. Где-то около Урала. Плюс-минус. Я так понимаю, поближе к столице будешь у нас, да? Фу, каков пипец, а? Ой, бля. Солдафы у ней ходят. Либо охотники. По-моему, это охотники именно. Ладно, уходим обратно тогда. А лучше давайте-ка посидим. Потому что
это ругательство в определенных кругах, поэтому я блокнул. Словно ты не в курсе. У меня еще интернет как-то странно подглючивает, но вроде сейчас адекватно стало более-менее. Я просто домой пришел, у меня что-то Steam отваливается, UBS тоже отваливается, все отваливается. Непонятно ничего, вообще ни капли. А это почему здесь валяется, интересно? А ты это самое, Рибка, прилеви M-пас, да? Не N-пас, а M-пас. Как мультипас. Тогда, может быть, тебе поверят. А так каждый может сказать, что ему можно. И что он из этих? А по факту? Идем дальше. Немного непривычно, конечно, так поздно стрим заводить прям. Реально отвык. Сидеть в столь поздний час за компьютером. Главное это самое, во вкус не войти, а то потом на работу будет тяжело ходить. Опачки. Квадрикл. Квадрикл это хорошо. Да, покажи мне свой высокий шпиль Останкина. Насколько он большой. Готово. Блин, там до хрена, тут до хрена, везде до хрена. Хрен зайдешь куда-то, а? А мне надо бы куда-то зайти, потому что скоро ночь. И мне надо где-то заночевать. Каков отстой. Ну вот вы-то откуда лезете, а? Эх, мать твою, побежали. Запутываем вокруг деревьев опять. И надеемся на лучшее. Как же он шустро ногами-то перебирает, пипец. Тихо, 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 не ори, что-то разорался. Где мои бета-блокаторы? Мама дорогая. Давай-ка закидывай. Оп. И побежали. Ё-моё. Мама родная. Всем привет, господа. Блин, вообще не помогает, кстати, блокатора. Что закинулся, что не закинулся, все равно стрессую жестко. Окошко открыто, я в этом доме не был, кстати. Блин, мне бы внутрь залезть, воды хотя бы попить для начала. Вот и вода. Это. Есть, конечно, водиться здесь, но вы сами знаете, к чему это может привести, если я ее глотну. Ни к чему хорошему. Служи, пей. Не хочу, я отравлюсь и умру. А это будет крайне нелепо. Мне всего лишь какой-нибудь домик залезть на 5 секунд буквально. До раковины доползти и все. Больше и не надо.
Так, одинокая мазелька. Но рядышком ее любовник. Чтобы вам пусто было. О, шик. Я, кстати, помню этот дом, я в нем жил когда-то. Было дело. Здорово, фея. На спине таскать. Но было бы прикольно, да, если бы можно было там кого-нибудь потерявшего сознание товарища потаскать туда-сюда. Так, на снотворное давайте тоже на всякий захватим. Пригодится. Колятка. На Коля товарищ таскать. Ну вот товарищ ты уснул, да, ты взял его, отнес в лес. И оставил в лесу. Смешно? Смешно. Так, тут так-то можно супешник намутить. Так. Дайте два куска сыра, лучок. Но чувствую, я не успею этим супом воспользоваться. Ля наседает, а? Сожалею, содеянно, до свидания. Суп. Бля, 10 лет будет готовиться, я побежал. Как вас много, а чешуеть. Мама родная. Как я сейчас зомбаки-то застрял, интересно. А? Похоже, солнце садится, походу. Походу. Рад, что ты заметил. Так. Эть. Ты ж, блядь. Ёкарный бабай, а? Ой, блядь. Вы чё, чувак? Я передумал. Так, думаю, сгорел, плевать. Главное, что я в живых остался. Остальное не имеет значения. Пипец. Ну вот и куда податься, бедному путнику? Здорово, Мишутка. Да, все как-то действительно не ахти. Тут я склонен согласиться, пожалуй. Тихо. Чё их так много-то, а? Первый день только ведь. Их не должно быть в первый день столько быть. Они же постепенно накапливаются. О, господи, когда-нибудь я найду себе пристанище и буду очень этому доволен. Школяр киши. Там басик военный стоит, но мне он пока ни к чему. Тихо. Если бы они убивались быстрее, да, тогда претензий бы не было к их количеству, но они, блин, подыхают 10 тысяч лет. Вот в чем беда.
Да что такое-то, а? Где мои блокаторы? Жри давай. Чтобы поспокойнее быть. Слава богу, перепрыгнул, только толк от этого ноль. Уже еле двигаемся. Даже леса не спасают особо на самом деле. Блядство. Здорово, у меня опять какой-то отпуск, все верно. Как ты угадал? Но это последний в этом году, обещаю. Самый-самый-самый последний. Больше не будет, уже все. Вы просто завидуете. Нет, это не в награду. Это по трудовому законодательству. Такой. Полагается. Блин, где бы сныкаться-то, а? Ну вот заляжку чувствую, да, могут сапнуть, учитывая то, как я в чатик отвлекаюсь. И иду фактически не глядя. Могут и цепануть. Здорово, Над. Привет. В награду за труд по трудовому законодательству. Да, все верно. Все верно. Получается зомбой. Эх, блядь, что это как-то дело пахнет керосином, чуваки. Где бы стамину-то накопать, не знаю. Да блядство. Это кончится когда-нибудь или нет, а? Кошмар. Детский тюремный автобус. Ну, в принципе, да, довольно близко. Довольно близко. Я на самом деле, когда ребенком был, когда смотрел всякие фильмы, да, про быт американский, всегда хотел на таком автобусе прокатиться и завидовал американским школьникам, типа, вот, круто, их каждое утро забирает автобус, как бы, да, мне самому приходится пиликать через половину города. Где, спрашивается, справедливость? Мы сегодня без камеры, да ночь уже просто на дворе, хочется расслабленно посидеть перед трансляцией на стриме, поэтому без веб. Чисто поэтому как бы. Вот подобных скушенных челиков стало больше, я заметил. Худи вегана, понял. Сожрали вегана. Я честно не знаю, куда я бегу, зачем я бегу. Ну теперь уже не бегу, конечно, потому что меня сейчас сожрут, скорее всего. Да. Ну. Это ГГшка, конечно, полнейшая. Придется начинать нового персонажа. Ладно. Не страшно. Первый блин, как говорится, всегда комом. Новый персонаж. Давайте здесь появимся, наверное.
это уберем. Оставим нашу классику. Мужской персонаж. Угу. Без бороды. Модные ботиночки. Модная прическа. Охуенный спаун, чуваки. Я всегда соло дам. Это прям сольная солянка. Я даже как бы запариваться не стал. Ну, давайте попробуем в Рейвене появиться, окей. Может там получше будет. Но что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Тесто для торта. Фартучек. Но мы сегодня больше никого не обслуживаем, если что. Так, лайм, лимон, морковка. Глазурь можно прямо сейчас, в принципе, заточить. Чё нет? Все остальное особо мне не поможет. Печеньки, пироги. Давайте яблочного пирога кусочек. Ну, надо пытаться куда-то пройти. Но куда? Ну, видимо, сюда. Здесь зомби мало. Даже как-то удивительно. Че их тут так мало? Угу. Ожидаемо все заперто. Я передумал. Так. Alive Inside написано. Но что ты мне подскажешь, что нихера там никого Alive нету. Но попробуем убедиться в этом на собственной шкуре. Может быть, какое-нибудь оружие найдем. Нычку. Или нет. Давай, ботиночками, ботиночками работаем, работаем. Зловещий Вантус. Было бы неплохо, на самом деле. Хоть что-то, знаешь. Ну, вилка, например, окей. Буду вилкой драться. Ёперный стыд, а? Или не буду. Ладно, их становится слишком много для меня одного, к сожалению. Сука, все так хорошо начиналось первые 5 минут. Бля. Шок. Тут только еда, к сожалению. Фак. Ладно, хоть что-то. Масло. Кулинария. Так, газировку вот надо взять, кстати. Вилку можно выкинуть. Пакеты мне не помогут. Сигарет у меня с собой нет при этом, да? Не. Наедай впрок. Ну, хз, хз. Желейные бобы, пожалуй, возьму. Батончик шоколадка сойдет. Так, чё, куда бежать-то? Куда деваться? Ты в ритме танца, тебе некуда деваться. М-м-м.
И? Сники-брики. Пошла вон. Ты, ёб твою мать. Чё такое? Так, понял. Пробегаем дальше. Надо просто такой закуток найти, куда зомби пройти не могут особо. Где их можно всех потерять. Но я таких мест, откровенно говоря, не знаю. Разве что. Но это такое себе. Ух ты ж, блядь, подворотня. Поворот не туда. Бля, бля. Извиняюсь за мат. Извиняюсь за мат. Прошу прощения за трэспассинг. И пец, сейчас меня забулят. Ох, сейчас меня забулят. Мама, так не хочется умирать, ты бы знала, пипец. Не поймали, не поймали. Да, лесом, 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 лесом. Что-то поцарапал. Не страшно. У меня туфли сдохли. Ёб твою мать. Пошла ты лесом. Етить хватит. Мазязи, откройся. Молю. Сука. Заперто. Здорово, Фия. Да, соло. Абсолютная солянка. Так, хорошо. Фонарь не поможет. Геймбой тем более не поможет. Фак. Вот это, конечно, анлакище лютое. Прям пипец. Не повезло, так не повезло. Блин, там дверь ломают, да? Да, выломали, точнее, даже уже. Не, я даже локалку решил не создавать, если честно. Не хочу. Что-то я решил прям угореть немножко по подобного рода вещам. Давненько сингла не было полноценного. Так, по стелсу, по стелсу, по стелсу ползем. Мне сейчас в бой особо вступать нельзя ни с кем. Теперь можно. Дорогой, где ты был? Бегал. Странно, но футболка сухая совсем не пахнет. Ух, они разозлились, я чувствую. Соло-моды лучше работают. Ну, возможно, кстати, я не обращал внимания, потому что давненько уже соло не бегал. Где-то что-то раздолбали. Так, надо рюкзак найти по-хорошему. Но все, что я нахожу, это трусы. Сойдет. Трусы так-то тоже хорошо. Просто в сингле, как мне кажется, меньше просчетов делает компьютер. И меньше затрачивается мощность, соответственно. Компустерная.
Давайте отдохнем. Можно попробовать в дом напротив зарулить. А лучше вот в тот двухэтажный. Двухэтажный мне нравится. Симпатично выглядит. Теперь я могу делать вот так. И даже вот так. Шок-контент. Обалдеть. Начинается. Да вы будете умирать или нет, а? Короче. Я лучше так поступлю банально, и все, не буду париться. Ить. Опля. Ну слушай, я думаю, такой мод, кстати, есть на то, чтобы трубу типа растолкать в заборчике. Я думаю, что-то подобное можно найти. В принципе, это и в ваниле есть, просто для этого надо инструменты иметь, да? Вот именно чтобы без инструментов, но тут да, тут нужен мод будет, конечно. Для этого, конечно, понадобится мод. Так, нитки, иголки давайте возьмем. Басуха. О. Рюкзачела. Отлично. И оружейный кейс с винтовкой. Магазинная. На 3 патрона. Ну ладно, пускай будет. Здорово, отец. Привет, Спарс, как дела? Так, ну, хватаем ложечку, естественно, с собой. А, что, прицепить нельзя? Пипец. Ну ладно, давай так, тогда повесим. Я тоже не жалуюсь, слушай, нормально, в принципе. Что, так поздно? Да по делам ходил. Ну вот, мне надо было типа в 5 вечера уже быть на месте. Я где-то в 3:30 вышел из дома. А так рано стрим заводить, что смысла не было, на мой взгляд. Хоть я и сам в 10 проснулся. Ходил, побродил. По дому кота потискал. Да, еще немножко поспал. А там уж и выходить пора было. Так, давай вот это тоже возьмем, вот это возьмем, это захватим. Так, ну отлично, я теперь более-менее вооружен и не то чтобы бы опасен, да? Welcome home, son. Знаю, он еще в рекламе Nikon играл. Фотоаппарат, который. Ну и где он? Ну давай, выходи. Друзей привела, получается, да? Давай попробуем подружиться. Дружба не задалась. Вот я вот в этот дом хочу залезть. На самом деле, может быть, даже взять его за основу.
под свои коварные дела. Но даже и не знаю, подойдет он под мои стандарты или нет. Но задний двор у него интересный. В виде двух диванов. Это точно. О, тут церковь рядом находится. Смотрите. Огороженная, к тому же, причем неплохо так. Даже не церковь, а кладбище. Это что такое? Там какая-то супер личность находится, походу. Убей сверчков. Сейчас попробую. Вы посмотрите на это тело, которое там тусит. Их там как-то стало слишком много на одного меня, поэтому давайте-ка мы вылезем и немножечко переиграем данный момент. Угу. Так вот. Вот так вот. Бля, только не все сразу, молю. Да ёпту мать. Так, отлично. Следующее. Следующее не хотят. Так, а может как-то вот... Ладно, рисково было, нелепо, но окей. Так, тоже сойдет. Блин, чья-то мамаша пытается меня съесть, судя по всему. Тихо, тихо. Тихо. Фу. А у меня даже сигарет нет, да, по-моему? Угу, абсолютно причем. О, более-менее спасен. Так, смотрим. Вот это мне понадобится однозначно. Все остальное пока не особо. Бутылка воды. Давай тоже со мной пойдет. И не забываем о том, что в доме еще куча челебасиков ходит у нас. Ёпту мать. Ну, я про это и говорю, соответственно. Ух, челебасика. Давайте-ка попробуем на второй этаж подняться. Профиль открыл так давно уже. Тысячу лет назад. А у меня зажигалки. И спичек тоже у меня нет. Ладно, сейчас, может быть, найдем где-нибудь. Надеюсь на это, по крайней мере. Но что-то не похоже пока что.
мыло, туалетная бумага, спрей. Все не то, все не то. Особые игры для шоу, но в Steam не добавляют. Мне нечего скрывать, мне нечего стесняться. Так, давайте вот эти ботинки, наверное, возьмем. Вместо своих вот этих вот. И вот это тоже захватим, давайте. А ты завидуй молча моей флешке. Завидуйте молча, молодой человек. Так. Пожалуй, пустую бутылку. Вот это вот выкину. Это тоже можно выкинуть. Это вот сюда давай. Это вот сюда. Угу. Морковку ешь прямо сейчас, почему бы и нет. Так, ну чё, какой у нас план дальнейший? Пробиться на кладбище, получается, да? Попробовать там укрепиться. Дайте пробовать. А вот что-то да получится. Угу. Как вас там до хера? Придется долго чистить. Чувствую. Даже дольше, чем я думал. Уфак. Ладно. Главное быть последовательным в своих действиях. Остальное приложится. Дамочка, кладбище закрыто для восстания. Понятно? Главное особо не спешить убивать вот этих вот одиночек, которые ко мне подходят. Так, там один сидит, и там какая-то дверка открыта у нас, да? Угу. Ну пошлите к этому одиночке, подойдем. Это, я так понимаю, военный мемориал. Скорее всего. Так изображен. Как-то у вас что-то резко много насыпало, а? Мне показалось ли, он только что цвет поменял от моего удара? Надеюсь, показалось. Но свитер у него, конечно, классный был. Зомби это веганы? Почему это? Удиви меня своей дикой теорией, давай. Так, там бегает, тут бегает, да? Прям вдоль этого забора до хрена носится. Судя по всему. Ха-ха-ха.
Ну, я подозревал, что твоя теория будет одиозной. Я, в принципе, да, они почему-то цвет меняют. Воу, what the fuck? Он прямо у меня на глазах сейчас сменил окрас. Это что за приколы такие? Я такого раньше не видел, зомбой. Интересно. Интересно, ну да ладно. Я готов на это глаза закрыть. Мотоцикл. И вот снова поменяла текстуру. Интересно, это мод их так какой-то, так корюжит, или сами разрабы что-то накрутили. Ёпта, а чё так много-то? Вы чё? Обалдеть. Тупо обалдеть. Не, я передумал жить на кладбище, до свидания. О, господа строители, здрасте. What the fuck? Да их тут даже в очередь особо не поставишь, там-то и дело, настолько их, блин, много. Ладно. Тоже у них, сука, пасфайнинг, а? Хороший прям. Ублюдочники. Они давно так делают, кстати, реально давно. Подобные приколы вытворяют. Если относительно близко находится, да, этот самый вариант обхода. Но вот если ты далеко находишься от подобного открытого места, тогда да, есть шанс того, что они за тобой не пойдут. Можешь в этом здании поселиться, не знаю, как бомж последний, блин. Что еще мне остается? Да, в округе их, конечно, немало. Но тут территория довольно большая просто для контроля. А мне не хочется так много, как бы, держать за собой. Хотя наличие вот такого заборщика очень сильно подкупает. Однако, разработчики планируют эту мету почикать, насколько я знаю. Но когда они это сделают, еще не ясно. Fucking hell. Закрыто. Можно, конечно, попробовать схитрить. Типа встать на уголке. И зомби себе приманивать, может быть. Чтобы они падали вниз и ломались, да, но это вряд ли работает, конечно, как подобает. Это, конечно, вряд ли сработает.
Да что такое-то, а? О. Блин, челик, я вот из вечеринки сбежал, будучи стриптизером. Не, не отобью такую большую группу сразу, к сожалению. Без шансов. Здрасте. Ух ты. Тагила? Ты ли это? Ха. Бля, хочу Тагилу спиздить, а. Блин. Индейку люк сожрать. Ну. Довольствуйся сосисой, которая у тебя есть. Приятного аппетита. Потому что у некоторых даже сосисы нет. Не буду показывать пальцем. Ёперный стык, а? Я уже думал, не перепрыгнет. Мне аж на секунду стало не по себе. Дай по-быстрому откисни, пожалуйста. Там до хера, тут до хрена. Понял. Давайте попробуем здесь тогда поискать счастье. Поздний ужин. Понимаю, я сам тоже забежал в этот самый корейскую кухню. Заточил там острый доширак. Чуть не сдоблен. Третий-то откуда вылез? Ёперный стыд, а? Бля, ну это пипец какой-то. Чё их так много-то везде стало? Брух. Не, надо отходить. Не справлюсь вообще никак. Машин очень мало. Самое последнее по величине. Очень холодно. Ливни. Самая последняя прочность. Машина самая низкая. А, ну да, мы что-то подобное, собственно, и устраивали. Фактически. Это действительно прикольный экспириенс. Но я немного подустал от подобного выживания, если честно. Поэтому решил особо не крутить настройки, просто фактически ваниль, да, за редким исключением, как бы, модовским. У меня сейчас тут. И то, что-то как-то даже совсем нелегко. А наоборот, очень даже сложно. Бля, давайте в лес уйдем, короче. Не вижу других вариантов, к сожалению. Да, это прикольно, когда машины прям с нуля восстанавливаешь. Это действительно круто. Я согласен полностью. Идейка класс, как бы. Но это я вдохновился разрабами, если что.
их концепции про то, что типа апокалипсис, надо человечество с нуля как бы восстанавливать, а инструментов нет, поэтому постепенно скатываемся в анархопримитивизм. Я такой, блин, а это прикольно звучит. Чё бы и не попробовать, да? Ну и попробовал, соответственно. Только у меня не до конца, к сожалению, получилось концепцию реализовать. Вот. Ввиду неудобства того, что самому большую часть это приходилось делать, настраивать, а тут нужно больше людей, которые прям твою идею разделяют знатно. Так, вот девчонка, да, лежи. И не вставай. Угу. А я посижу. Фух. Блин, чел, да ты не будешь сюда подходить, а? Кем играешь? Безработным, как обычно. С острым слухом, курением. Силой, по-моему. Да, курильщик, не любит книги, бодрый, острый слух и крепкий. Точняк. Классика, я бы сказал, моя. Так. Размер ноги. Мы же уже обсуждали эту тему, разве нет? Мы же это уже обсуждали, помнится мне. А что, у меня две отвертки с собой? Зачем? Ну, конечно, джентльмен должен прибежать навстречу негодяям, чтобы помочь даме в беде, которая сама на эту беду нарвалась. Как же, сука, может быть иначе? Так, я смогу выносливость восстановить или нет? Все-таки. Думал, что я забыл, а я помню. Но я тебе так скажу, тапки 43 размера, которые на мне сейчас, да, мне малы. Они натирают мне ногу. Если что. Блин, по-моему, у меня выносливость никогда не восстановится, поэтому пошли. Попробуем куда-нибудь залезть. Либо надо вот так вот выманивать поодиночке на пляж. Заставлять их на пляже думать о море. А там уж дальше как пойдет. Есть калькулятор подобного рода. Я не помню, как он называется. Типа средней массы или что-то такое, короче. Загугли. А так вообще не парься на эту тему. Главное, чтобы тебе комфортно было. Thank you.
Так, ну с такой группой я уже не справлюсь, откровенно. Да. Чё-то прям как-то... жестко, дорогие друзья, жестко. Не дают продохнуть, банально. Ни там, ни тут. Чё же вы все, сука, такие термоядерные-то, а? Еп, птить колотить. Так, ну окей. Оторвался от этой группы, нарвался на новую, конечно же. Как иначе? Иисус! Отдыхай, пока есть возможность. Бля, не ломайте дверь, молю. Ладно. Сука, уже сломали, а? Ну что такое? Ну банально побежали отсюда. 5 секунд на стульчике посидел и достаточно. Спину чекать, спину надо беречь, особенно при высоком росте. Поэтому давай с этим не затягивай, не шути, как бы, и относись серьезно. Потом себе же спасибо скажешь. Докушал, это ты молодец, то что докушал. Это респектую. Ептить кофе. Извиняюсь. Булочки от фирмы Здоровый край. Так, очень круто, я знаю о чем ты, но не факт, что до конца, как бы, да? У меня просто плохое... плохая память на нейминги всякие разные и тому подобное. Лопатки начал выпрямлять жестко. Звучит жестко. Бля, я не знаю, где мне прятаться, чуваки. Вот просто нонсенс какой-то уже. О, я даже знаю, где я нахожусь. Давайте тогда ради разнообразия пойдем в другую сторону. Взял вместо хлеба. Это типа такие булочки, которые, знаешь, 4 соединены в одну, что ли, я так понимаю, да? Не она ли? Просто если да, то я тогда кушал, они действительно вкусные. Она прям такая еще сладенькая, знаешь. Нет, тогда не знаю. И у меня кончилась стамина, а за мной зомби. Здорово, Спир, как дела? Слушай, а ты это самое, вот готовь четвертый раз. Сейчас все будет. Смотри. У меня уже выносливость кончилась, поэтому я больше ничего противопоставить не могу. Я уже не то что роняю кауда, а просто прощаюсь с жизнью фактически. Бон аппетит.
Бон аппетит. Мама. Ай. Блин, прикольно, места как начал смотреть. А? Жаль, схавали меня, как нехуй делать, блин. Может, ведьмака? Блин, на самом деле хорошая мысль, потому что что-то зомбоид как-то не заходит. Но для ведьмака тогда надо этот самый перезапускать стрим. Чтоб с нуля начать. Че, чуваки, может, реально ведьмачка пойдем? Че скажете? Зато зомби наконец-то не ходят голые. Уже приятно. Го ведьмака, ну да, действительно пойдем. Сейчас тогда, чуваки, я быстренько стрим переподниму. Я, если что, опять буду без вебки, наверное. Го еще трай полез, но я уже вышел, прости. Прости, Смир. Завтра еще один трай тогда попробуем. Витчер 3. Туса в Кайр. Морхине. Готово. Так, роняю стрим и моментально его переподнимаю. Сейчас приду.